он обыграл, через, он обыграл через центр трех людей и в плюс 9 плюнул. Я видел, как не радовались. А за глаза его вообще питерский судьи. Все судьи питерские. Ну типа постоянно Зениту помогает. Почему-то приехал. Опа! Убирайте, Макс, убирайте. Проиграли. Нет, просто я к тому, что тренер сделал выбор именно в Пипл в сторону. Ну, я думаю, что они как бы просто там тренер другой, я так полагаю. Ну да, скорее всего. Там, скорее всего, Артем сам тренер. Который тоже напротив. Он на поле вон там сейчас. Стоит центральный поле. Нет, ну на наличный-то он уже был, наверное. Там состав, то есть, не знаю, какой-то состав есть хороший, наверное. Ну, блин, в Коряжму ехать-то на поезде, если ты работаешь. Нельзя это в Коряжму. Хотя там натуральное поле. Там будет контракт. Ну да, там деньги платят. Когда самое главное, Антоха Хабаров, капитан Горов, пробил лес. Я за Антарес поеду поболею. Один, Коля, слушай подсказ. Почему нет? Неудобно там прямо. Нет прямого плана. Там левого плана перецепляют. Ну как бы условно надо было прямо взять. Либо надо вот перецепляют. Чтобы сэкономить время, либо что-то не забывать. Типа, не часто. Для нас был прямой, да. А обратно. Смотри еще моменты с финала Лиги Чемпионов. Там не было моментов, Серега, это, блядь, скучнейший финал был. Из последних. Да, мы ездили. Там не было моментов вообще. А что там было? Тоже все там сайтом? Гол забил там. В конце первого Максима забил, ему зачитали. Ну, чуть это был единственный момент. Не считая вот этого гола. Что там комбинат богатый. Да, да, да. Спасибо.
кто в воротах и навигаторы ставит, интересно? Да. Вова, что ли? Давай ударяться, ну чё? Свободное место, отлично. Беги, Сань, подбегись вот туда, в зону, туда. На стенку там, свободный удар. Да, ну, Сань, он же еще даже не разбегал. Свободный удар, зачем стенку? Нет, это Андрей Волынский. А, нет, это правда, голова мощная, да, стоит. Канал 2, что ли, закончили, да? Не, наоборот, хороший. Миша, опускающийся, да. Миша! Не вон скоро. Давай, давай, Обязательно увижу. Дрюк!
Ну, согласен. Антариса. Согласен. Саша, а Саша в раздевалке, если мы сейчас сыграли. Я ему сейчас позвоню, если она здесь не выйдет. Да, Саш, слушай, а эти карточки, которые за лучший гол, и сколько, они у тебя здесь или? Да, да. Вот это находка. Собрали внимательно. Понял.
сейчас Саня придет, потому что у него это. Ну, он тоже, да, все видится пароль, сейчас есть видео. Ну, вот до матча еще 35 минут, поэтому все. Пришел к нему от игрока Ливерпуля. Ну, от одного этот уже там стоит. Игрок получает преимущество, а что он там Так это то же самое, как я буду стоять штрафной.
надо достоять на поле, а мне зачистить назад пас отдать. Там было примерно следующее. Все еще и с Ливерпулем они оказались слабее просто. Я думаю, что в случае с Ливерпулем они все, знаешь, очень слабохарактерные на таком уровне они играют, и они уже второе финал проигрывает из-за того, что у них нет этого желания, что ли, не знаю. Так же, как и Манчестер Сити, кстати, ну, да. Играет по своему плану. И тут у них что-то пошло не так, и все, и тупо, знают, тупо навалом, короче, их затуяли. Да, они не знают, как чего поменять. Падали, падали, его удалят. Но один они взяли с Тоттенхэмом, потому что Тоттенхэм сам не понял, как он в этот финал вышел. Блин, они уже подумали, блядь, ну сейчас мы точно возьмем этот трофей. Случайно. Ну да. Они вышли бы нормально, как бы, но они такие, ну сейчас у нас есть вроде музей, как бы, в котором, ну, блядь, все время закрыт. Но сейчас мы его откроем, потому что мы что-то выиграем. Ну да, я. Больше Аяк бы я думал. Ну конечно. Это было бы интересно. Плюс еще там рука на первых минутах, как бы, и все, да, вся игра по-другому пошла. Это такие, значит, финалы, как типа Бавария, ПСЖ вышел, а что делать в финале? Да, мы не знаем. Что делать-то надо, блин? Один матч там, сколько матчей здесь играется, давай. В итоге при этом ПСЖ еще создает моменты, как всегда на лайке там в чемпионате Франции, вот эти моменты бесконечные. Ну да. Они их не забивают 300% моментов, в итоге там их забивает один, блин, и все, и они стоят, они безвольно как бы не могут даже навал сделать. Так же, как и вот и все эти Манчестер и Сити, и Ливерпуль, как бы они все играют, то есть они вот проигрывают Ливерпуль. 15 минут остается, ну навал ты устроил. Прямо что ты делал? Убрал всех ненужных пытавших центральных полузащитников, выпустил молодых и сказал, блядь, хуяк ты штрафную, глядите, да. Блядь. Подавайте, они подали а туда три раза там, блядь, два раза забили. А эти там устроили, как, у этот у нас бежит в 10-ю зону, блядь, 10 этих перемещаются сюда, потом 10 этот делает три ложных замаха, а передача идет на 15-го там. И, а Ливерпуль вообще как бы ничего не делал, просто типа, ну мы проигрываем, мы играем лучше, блядь, показываем кубок Лиги, кубок Премьер-лиги. Ну мы же были лучше по игре, типа, ну вот так, такой типа футбол не стоит. Реал, блядь, даже створ ни разу не пробил, то есть, по сути дела, Венисов забивал после кривого удара. Ну да, после удара мимо. Да, правильно, конечно. Когда-нибудь рано или поздно, слушай, я ее выиграю, если просто буду миллиард денег дадут, я еще буду пробовать, и я ее выиграю. Таким подходом чисто перебирать, знаешь, случайность, как рано или поздно все сложится. Здесь все же пока не видно, за счет чего он ее должен выигрывать. Уже каждый раз осенью им все, то им, то Бавария отдадут этот Лигу чемпионов. Заранее, да. Ну, по игре, ну точно Бавария. Ну точно Манчестер Сити. Финал Манчестер Сити, Бавария. Не те. Ну, Бавария как бы выигрывала, да. Ну там как бы и то старым клинским поколением еще как бы. И Робин Джордж.
Четвертый еще забивать. Один из нас не забил. Совсем покойный. Ну, часть коряжная, часть на Приморске играли, а Солнце играет на поле. Правда, голос наверное, здесь, но все равно. Да, пока без шансов вообще совершенно. Ну да. Вратарь хороший. Ну, Вова, Дмитрий играет за звездой. За сам парк, два раза. Даже усиление. За сам парк, два раза, 4 стоит. Подсаживается под него. Все, Анатолий Александрович, надо уводить команду.
Стой, блин, зашкаливает. Ну, вот тут попробуй это объяснить, это на спокойном условии. О, спасибо, Дань. Там единственное, что этот стул, который попал случайно, как решение, я еще сразу не понял, типа я палец, что ли, там случайно под экран подсунул. Я уже много слоев, оказывается, это стул так там выглядит. А все, звезда закончила, что ли, свое выступление? Нет. Ага. Все, канал закончился? Нет. А почему вы его себе не взяли? Шатян, наверное. Нет, я не знаю. Если ФС нельзя, у нас это не хотим. Я позвоню сразу. Ну, мы тут видишь, не надо потратить время. Смысл у нас, у нас это коммерция. Я сразу оттуда. С резником все проиграть. Я сразу их с активностью. Там кусок нет. Железно закончен. Куда он хочет? А он откуда цель? Нет, да. Сейчас если все излитесь. А, ну мы там он я застал его, сделал, он говорит, ему подошел ему паспорт, там так не дали. Не спешите, он хорошую сделает. Чуть меньше себя. Сбегите. А, да, вот он, забыл. Да не отрезай, да! Что он там, не вот и не крутит. Гони! Делай, хоп! Одним узким футболистом плевать и стало меньше. Пасал тоже снимался. А, точно. Будьте на Кипре играть. Ладно, ладно, все, повернулись, ничего. Сегодня как помогла всех догонять, а я решила не выигрывать. Давай, давай, давай!
Федерация футбола, да, все вот эти команды всегда заставлять играть, собственно, по месту базирования, да? То есть, ну, не знаю, на самом деле, насколько это... Ну, это нахер оно нужно. Команда, которая играет, живет в порядке, 29 порядке, а играет в Питере. Да, но с другой стороны... Тем более, не по-моему. Люди с комбинатами имели деньги. Вот именно, а здесь кого-то вообще нет. Там хоть кто-то лет посмотрит, то... Ну, это я согласен, да. Но там 54 для болельщиков, да, а здесь она не делает. Ну, команды их мало, да, но смотрите, серо. Ну, хотя, единственное, что, в принципе, тогда набирайте действительно игроков из Коряжмы. И нам Мурманский Север пусть набирает из Мурманска, там точно народу хватает. А у них тоже нет. А они все здесь играют. Там Гриша играет вот этот вот такой поминут. Здесь такого из Капа Шишов играет и Спартака. Питере подобрали будет. Ну, это не будет. И они типа приводили уже проявили. Ни одного англичанина? Ничего только не было. Ни одного англичанина, ни одного футболиста, ни одного русского не было в составе. Все было, все было. Команда русская, а что-то нету ни одного. Ну это при Венгере, наверное, еще где, французы играют. Да, когда все, когда Пирес там все играли. Все должны в Барселоне играть, один из воспитателей. Тренеры у всех должны быть как Ван Гал на чемпионате мира. Всех выпустили, всем дал поиграть. Как любительский футбол, всем дал поиграть. Че, зря приехали, что ли? Ну да, приехали, не зря. Деньги на билеты им тратили. Ну. Сколько тут высоко пятый? За тройку могут зацепиться с такой игрой. Матч в запасе. Могли, могут вторыми встать. По 20 очков. Mm-hmm. Правда, мы проиграли по ПШ, двух по ПШ, мы взяли всего 1 очко, это очень плохо. Хотя, с другой стороны, по ПШ тоже по очки поотбирали. Так у всех Спартак и там, потерял с собой, и по ПШ. Да, Спартак еще не... Нет, Спартак на 1 очко больше. При этом по ПШ и тот и другой идет на 14-м и 15-м месте. Где ты должен быть?
Сереж, давай мне, это первый он нарушает! Это иди, ты сдохнуть не в нашу пользу! Вы провоцируете! Главное, что счет 3-0, все свистки только в пользу Анатолия Александровича. Вообще почему? Если эти свистки шантажат. Чайка поигравших уже практически везде есть. Вот просто хороших игроков, ну там из какой-то школы, там, а посмотри сюда, там, вот здесь Андрей один, вот вышел, и отдай сюда, никто из них, все хорошие игроки на любительском уровне, а вот уже нет такой игры. Когда этого было? Когда этого было. Причем, что Анталис тоже, ой, Анталис, Маригатор тоже, ну у них Андрей Афанасьев где-то там поиграл. И то, когда там давно, ну, может, а еще 2-3 человека. Ну да. У них очень хороший состав, сейчас у тех и других просто вот что-то сразу другая игра. Они приводили каких-то ребят. Я думаю, что средний лидер может быть 25, наверное, здесь. До этого игры у них были прямо не... студентов приводить. Ну, понятно, понятно. Выпускников что? 2-3, да, если не менее. Ну, здесь дело в среднем возрасте, сколько уровней игроков. Очень рад, что все игроки, никто не играл до этого. Никто не играл, вроде меня, они все играли, но никто не играл в цвете, то... Единственное, что может быть он уже вторую игру играет подряд этим составом. Это у них три состава, ну, чтобы да. играть. Скорее всего, так и есть.
хотя там тоже такой, там и ребята из материала Питера играют, то есть там какие-то. Еще, наверное, пару замен у них там присутствует. Там Клин играет, сломал игру, конечно, я негодяй. Свистит, свистит. Конечно. Всем. Всем плохо. Они знакомы, работают вместе. Тоже себе. Все там наоборот, еще жестче можно отбить. Что с Анатолием Александровичем? Не все попрятки. Смотри право! Прямо в агрессивной манере. Не агрессивно, а спросите, почему так? Он подойдет, скажет, я повторю, что он не дает. А если кто-то другой так сделал, он бы так не сделал. Четвертый уже. Так как я гостю не спросить, гостю ничего не будет. Будет время, полчаса лишь, не играться. Но. Вообще непонятно, кто делает. И игровой теряется, и такое. Сагошка уже. Сколько он ходил в арт смотреть, не хочет. Это же тоже игровое время. Посмотри под сумкой, там не протокольчики, ты будут делаться к матчу. А можешь себе в карман спрятать, потом поднимешься, я это заберу. Можно замену! А убери просто себе в карман, а тут идешь. Добросит. Сильно. Да-да-да. Давай, давай, давай! Давай,
хотел. Это вроде обычно тихо, спокойно все было, а там прям сообщение 20, что ли, было в комментариях. Там много было, да. Так, в итоге оставили арку. Вряд ли он скажет. Я у папы Римского спрошу, у папы. Спроси его, ёпта. Жопу не дам, блядь. Я не касался. А он лежит от боли, корчится с прямого. Не трогал, говорит его. Thank you.
Ром, чуть раньше. Все, Ром, все. Играй давай, Свет. Вот сейчас заменю. С тобой говори. Не разговаривай. Да, там.
слушали. В окрестности. Уже бомбы добил, это не жопу как. Было за мудаев, которые после первого. Вторая желтая. Ты ждешь, что ли? Не, он, походу, бахнул человека, похоже. Не тебя даже не было. Да. Поэтому, наверное, в камеру не попадет. Аккуратно, Жень, аккуратно. Внимание! Да, волнуйся, я хочу убраться. Наш мяч, Тимофей, бери! Бери мяч! Аут! Аут, на! Ром, оставь, Тимофей! Сам откройся! Почему где-то там? Знаете, а? Вальщик есть?
Нас все сегодня накрылось. И бумажки, и интернет, и камеру. И не камеру, в смысле, а... Что? Ну да. Закрой свет! Прилично. Это смешно. Вот это, вот это конкурент. Вот это голый. Рома, забьи, ты меня еще не видел. Самый красивый. Там вариации самые сексуальные голоды хотели предлагать в комментариях. И самый смешной. Смешной сегодня. Неординарный. Смешной, да, вот это. Саня, а двух игроков нельзя лучше сделать? Нет. Саня, вон моя вода, что ли? Саня, да. Ау, нельзя игроков. Ну, а как ты в одно поле двух-то засунешь? Ну, где Петров, Максим, два, конечно, задёрки. А вот в другом туре. Здесь штрафной вне конкуренции. Я уже сейчас поймал. Он приехал в прошлый раз, не знал, что там у него еще без квалификации. Вот, молодцы!
напрягай, напрягай. Куда ближе, вот ближе, конца. Куда есть это? Это есть! Стой, стенки. Спокойно, Тимок, не бросай. Правая нога, вот, отпускай, да. Правая нога. Ближе чуть-чуть. Не бросайся. Жень. Жень. Ближе чуть-чуть. Очень глубоко сел. Он видит, что ему пасы. Сразу его напрягает. Ты даешь принять, развернуться, чтобы он отдавал. Здесь нас пришлось. Давай.